Здравствуйте! С вами снова я, Ольга Фео, и я рада видеть вас на своем канале. В прошлый раз мы с вами делали вот такие вазы. А сегодня я буду показывать, как я в них буду делать новогодние композиции. Итак, приступим. Просто кладу бусы. Клеить я ничего не буду. Потому что наклеишь, и потом куда эти все композиции девать? Я просто буду класть. Надоело? Разобрал. Бусы на елку, зверят под елку. И можно создать другую композицию. Вот я посадила в медвежат, но что-то не хватает. Вот такая шишечка. Я ее позолотила. Кладу шишечку. Шарики. Ничего падать не будет. Вот, пожалуйста, получается вот такая композиция. Посмотрите. Можно сделать немножко по-другому. Снимаю. Медвежат меняю на вот таких птичек. Тоже просто их сажаю на бусы. Вот такие птички. Ну, их надо выровнять, конечно. Можно положить сюда еще шарик. И вот этим же сверху накрываю. Вот такая вот у нас получается милая композиция. Следующую композицию мы тоже сделаем с бусами и с фигуркой. Но только вот в этой большой баночке. То же самое. Кладем бусики. Вот такую вот. Красавицу сажаем. Опа. Накрываем крышечкой. Но чего-то не хватает. Берем еще одни бусы. Вот так вот я их складываю. Наматываю на руку. Вот просто вот так наматываю. И одеваю сверху. Вот так вот можно немножечко что-то свесить. Вот вторая композиция. Итак, приступаем к созданию третьей композиции. Возьмем немного соли. Как будто это снег у нас. Насыпаем. Наверное, достаточно. Ставим вот такого снеговичка. Вот он у нас утонул в снегу. Две елочки. Вот. Накрываем крышечкой. Но опять чего-то не хватает. Вот такая вот у меня веточка. Я загнула у нее ножку. Просто сверху ее кладем. И вот такой вот еще маленький подарочек. Закрываем ножку веточки. Вот такая композиция у нас получилась. Итак, давайте создадим с вами последнюю композицию. Просто бросаем шарики. Они такие белые, как снежок. Искрятся, очень красивые. Стараемся бросать веревочками вовнутрь, чтобы они особо не были видны. Накрываем крышечкой. И изюминка. Вот такое вот сердечко. Вот такая получилась у нас композиция. Вот смотрите, наши композиции. В следующий раз мы с вами продолжим создание новогоднего декора.
Жду вас с нетерпением на своем канале. Всего доброго! Пока!